Добро пожаловать в ярмарку Winner Cooking Show. Выглядит как ярмарка. Если пойду в ту сторону, могу спокойно начать свою продавеческую карьеру. Это была шутка, но вчера пришли мы из магазина, очень уставшие были, потом гости у нас была, и времени не было ничего разобрать. А утром проснулась, по комментариям прошлась и выяснила, что нужно было еще платье примерить, да? В конце концов ходили за одеждой, а не примерила. И вот подумала быстренько, чтобы у вас много времени не взять, и платье примерю, и кое-что просто про здешний, не то что фэшн, моду, или как люди одеваются, что предпочитают, одевают ли здесь ботинки или не одевают, и быструю информацию передам какую-то. Значит так, сейчас воду нужно выпить и продвинуться вперед. Значит так, многие говорят: «Хернеджан, ты зачем взяла дешевые ботинки? Наверное, они в Китае сделаны, поэтому дешевые. Обувь должна быть дорогой, не китайский». Но скажу я вам честно, здесь, в Калифорнии, Southern California, очень редко одеваем зимнюю одежду или обувь особенно, особенно на каблуках. Здесь люди в основном бегут или сидят за работой. А такую обувь и вообще все здесь, почти 90% товаров сделано в Китае. Так что это не новость, что что-нибудь дешевое сделано в Китае. Даже от кутюрье одежда или обувь тоже сделана в Китае. Редко найдешь что-то, что сделано, скажем, во Франции или в Европе. Или если сделано в Америке, очень дорогое. Все. И они очень с гордостью напишут на ярлыке, с гордостью сделано proudly made in USA. И очень дорого стоит. И очень нелегко найти то, что сделано в USA. Так что это так. И обувь, честно говоря, у меня очень много обуви, которые просто есть, но я не одеваю, потому что здесь не как, скажем, в Армении или в России. Мы здесь не ходим туда-сюда. В основном на машине ездят куда-то, сидят, отдыхают, потом едут обратно. Или работают, потом все здесь предпочитают очень удобную обувь. Не уверена, сколько раз мне придется эти сапоги одеть, но пусть пока что будут, пусть пока стоят. Это так, вот я бы обувь купила, даже не дала померить. Вот это тоже сделано в Китае, да. Но называется Nautica бренд, то есть все брендовые товары. Это уже не вопрос. И сейчас быстренько пройдусь по... Я же сказала, когда начали снимать, я сказала, что на одежду много не трачу, а не получилось. То есть в магазине очень неудобно было по ценам все пройтись и вам показать. Иногда все думают, очень много трачу на какое-то платье. Даже в комментариях прочла как-нибудь. Если бы у меня тоже было такое дорогое платье, такая дорогая кухня, я бы тоже что-то сделала, не помню, в каком, под лавашем, да, читала. Платье стоило $20, это белое декольте. За кухню заплатили 7000 14 лет назад, потом многое сами сделали, потом покрасили белый цвет, так что выглядит очень шикарно, но нельзя сказать, что очень... много заплатили за кухню. Полы мы сами сделали их недавно, муж сделал. Так что иногда не так, как кажется.
это хотела сказать. И сейчас быстренько все померю и цены тоже скажу. Вот это платье стоит $14. Быстро померю, и вы посмотрите, и я убегу мерить. Красивое платье, главное длина. Мне очень нравится, когда длина немножко под колено. А когда не под колено, думаю, не очень мне идет. Но муж говорит, идет. Поэтому это платье, по-моему, очень даже костюмчик хорошо сидит. Немножко здесь откровенно. Но я женщина откровенная, все равно. Что и платье будет откровенным. Так что платье остается висеть у меня в гардеробе. Это нравится. Тебе нравится, дорогой? Очень. Окей. О, и материал очень хороший такой. Софт, мягкий, не чешущий. Вот не люблю, когда материал чешет. Вы знаете, что это значит? Ну, синтетический, да? Все, иногда запомню так делать, и все. Платье возьму другое. Уверена, это мне очень подойдет, потому что цвет, мой цвет красный, и стоит платье $14.99. $15. Тоже мягкий очень материал, вяженый, но мягкий. Окей, пошла мерить. Платье нравится, но длина не очень нравится, но все равно остается очень удобное, мягкое, и все-таки я думаю, не важна цена платья, это очень зависит, как вы платье одеваете, кто одевает, если что-то лишнее на тебя, кроме этого платья, бижутерии, все должно матч делать, и все равно, это не вы, не платье вас украшает, вы платье, да, презент представляете. В общем, вы меня поняли. Хорошее платье, удобное, мягкое и, главное, не чешет. Окей, пойду. Опять забыла платье забрать. Вот это очень, думаю, очень удобное домашнее платье. Сейчас убедимся. О, цена. Все время забываю. О, очень дорогое платье. $23. Грабеж. Нравится платье, особенно карманы. В них что хочешь, можно уместить. Сказала. И вспомнила, эти туфли у меня почти 16 лет стоят. И почему-то я их не одеваю. Ну, наконец-то одела. И эти тоже хорошее, мягкое, уютное домашнее платье. Но если с каблуками одеть, выглядит очень даже прилично для какой-то консервативной встречи, скажем, бизнес-митинг. Очень даже красиво. Потом, если тапочки домашние одену, будет очень удобным домашним платьем. Довольно. Остается. Следующий. Это тоже очень мягкий. Я люблю облегающие платья. Пока думаю, как будто тело, если разрешает, случаем воспользуюсь и буду одевать прилегающие платья. Пока что. Это стоит $10. $9.99. Цвет мой, один из моих любимых тонов зеленого. Камо называется.
камуфляжный color. Окей, быстро. Эти босоножки самые неудобные босоножки в мире. И, кстати, дорогие тоже. Я их одеваю, по-моему, это 4-й или 5-й раз, честно говорю. Они очень красивые, стоят себе как статуэтки, но одевать их не очень удобно. Не люблю я такие туфли. Не помню, зачем купил, но что-то было, какой-то повод был. Должна была выглядеть очень высокой, и босоножки должны были быть nude color, то есть, как это цвет называется, цвет тела. Не знаю, как по-английски называют nude, как будто голый цвет. Anyways, сегодня одела для вас красивое, но неудобное платье. Если скажу, восхищена этим платьем, длина меня очень не возмущает. Но мужу, кажется, нравится. Он воскликнул как-то, когда увидел меня в этом платье. Так что, думаю, остается, пусть будет. Почему нет? Цвет очень красивый и люблю, когда рукава такие длинноватые. Все равно? Окей, пойду мерить дальше. О, последнее платье измеряю. Вот эти кофточки я для дочек купила. Очень недорогие и на осенний сезон пройдут. Это $6, по-моему, да. Такой тепленький, мягкий. Ни свитер, ни водолазка, что-то в этом роде. Неизвестный науки зверь. Это здесь останется. Это $5. Курточка такая теплая, мягкая. Тоже для дочки. Не знаю, для какой дочки. Мы все, мои дочки и я, мы одного размера now. Сейчас. Размер small. То есть маленький размер. Младший размер. Водолазку, по-моему, вчера показала. $6. Мягкая, хлопок материал. Не чешущий. Вот этот свитер тоже для меня или для старшей дочки сойдет. $13. Но материал очень такой мягкий, хороший. Такой вот худи. О, худи, я показывала его, помню. Это сюда. Пойду измерять последнее платье. Пусть будет это платье с ботинками. Как раз убеждусь. Помогите мне произнести это слово правильно. Я вспомню, как произнести. И пойду быстренько переоденусь. И все. Если вы только знали, какие удобные ботинки, по дороге передумывала. Оставить или не оставить, доехала, то есть дошла до кухни, ботинки оставить. Это удобнее, чем мои самые удобные туфли. Мне очень нравится эта фронт-часть, это вот эта часть. Что-то не нравится в дизайне, но очень нравится сайт, как выглядит со стороны, да? Каблук очень такой хороший, высокий, легкий очень. Все, не знаю, понравился ли такой формат, в комментариях напишите. Но опять же, это не платье вас украшает, а вы украшаете платье. И совершенно не имеет значения, какое у платья или ботинок, или туфель цена. Для меня особенно. Я просто думаю,
нет смысла тратить на что-то, что ты не очень часто употребляешь или используешь. Смысла нету, есть важнее вещи. И не только вещи. Можно накопить деньги и с детьми куда-то поехать, с мужем куда-то поехать. Очень такое хорошее время провести, стоит на это тратить. А вещи не очень нуждаются в высокой цене. Это мое мнение. Даже если, я всегда думаю, если даже была бы возможность у нас, у меня. Муж не такой, он любит все дорогое. Если есть у меня дорогие вещи, это он купил без меня. Я всегда все время считаю, на эту сумму можно было бы купить этому это, другому это, для дома то, все. А он так не думает. Он всегда все дает для... Ну, он другой, он мужчина, он... У них они по-другому думают. Я как женщина, как мама, всегда перед тем, чем тратить деньги, всегда думаю. Как по-армянски говорят, «Тас чапи мека катре». Измерь 10 раз, отрежь один раз. Так, что-то в этом роде. Думаю, у вас не очень... надоело этот репортаж. И в комментариях напишите, хотите, чтобы такие покупки потом я измеряла, но дома, потому что в магазине неудобно. Я даже не люблю в магазинах мерить что-нибудь. Anyways, думаю, не что-то новое было в этот раз, но следующее видео будем